Всем привет! Сейчас утро 17 декабря. Направляюсь в гараж. На улице, в принципе, тепло, но дует небольшой ветерок и легкий снег идет. Сегодня намечается солянка. В нашем полку прибыло, у нас появился еще один охранник. Поэтому моя пайка сегодня в два раза больше. Сначала одного покормлю, потом второго. Этого кормлю второй раз, но он лает на меня. На, держи, молодец, на. На. Он обычно съест и продолжает лаять. Как тебя звать, не знаю даже. Но ты тоже хороший, да, хороший. Спасибо тебе, что охраняешь. Будка, она утеплена у него снутри, обшита одеялом. Вот, сейчас пойду второго покормлю. Вторая сосиска для моего дружка по кличке Мухтар. Мухтар умный и хитрый. Он у меня берет еду, но иногда лает. Лает в тех моментах, когда я поднимаю сторожку. Тем самым он обозначает для сторожей, что я, мол, несу службу, заработал пайку. Поэтому я отношусь к этому с пониманием. Так, он пока еще меня не видит, не слышит. Ай, мой хороший, молодец. Ай, мой маленький. Вот он, мой дружок. Мухтарчик. Вот он. Ну, гостинец держи. Спасибо тебе большое. Молодец мой. Держи. Сейчас чищу снег и в путь дорогу. Всем привет. Маша с вами поздоровалась. В общем, начали мы с рынка. Купили что? Купили мы форель. Купили форель по 960 рублей. Продавец убедил нас купить именно охлажденную, незамороженную, мурманскую, в общем, взяли. Ну, она такая жирненькая, с такими с прожилками прям. Так. Жирными. По традиции купили скумбрию по 305 рублей и взяли еще орешки. Нечищенные. Да, мы любим такие нечищенные. Зашли еще свининки взяли, шейку по 300 рублей. Как вы считаете, дорого у нас или наоборот дешево? Напишите, пожалуйста, в комментариях. Вообще, если так вот посмотреть, даже вот та же семга, форель, цены настолько разные. Фиг знает вообще, что выбрать. Ну, вы купили самую дорогую, надеюсь, будет самая вкусная. А еще мы скумбрию купили маленькую, хотим попробовать ее сделать на гриле целиком. Ну и форель тоже хотели. Форель, да, на Новый год стейки хотим сделать. Зашли в Леруа, здесь уже все так красиво. Да, мне нравятся елки. Вот я тебе сейчас покажу. Вон она стоит большая. Вот она. А, ну самая дорогая, конечно. С пластиковыми вот такими вот. У вас бульчонкой губа не дура. Ну, вот. Это она 2,70. Видишь, если, смотри, 2,10 всего-то 20 тысяч. А 1,80 вообще 17. Это большая, видишь, прям такая. Есть подешевле, но она там пореже. А вот такие вот я уже не хочу. У нас вот такого вот. Не, у нас другая. У нас такие такая же бумажка. С подсветкой. Но у нас только на кончиках такие подсветки. А по сути она вот по такой вот структуре. Бумажные, короче. Вот. Нравятся мне еще вот эти вот фигурки такие очень нравятся. И вот эти вот подсвечивающиеся вообще. Вот тоже видишь, по 14,990. Угу. Тоже примерно такого типа. Дома, когда свет выключишь, вообще классно. Мы никогда не ставим настоящую елку, нам как-то жалко. Такие игрушки красивые. Ну, прикольные такие. Цветовая гамма большая. У нас сейчас бирюзовые с серебром. А я хочу, ну, в этом году уже не буду менять, а потом хочу на синенький сменить. Ой ты, Мишка на севере. Снегурочки очень красивые такие, прям богатый у нее такой наряд. Вообще игрушек сейчас очень много таких красивых. Вот он. Красотища. Новый год это прям волшебный такой. Ой, ты посмотри, какая прелесть. Вообще такая милота. Надо большую елку. Для нашей они как-то крупновато будут.
Мы, наверное, сегодня будем елочку наряжать. На этом Маша не может успокоиться, потащила меня вот в этот торговый центр, называется торговый центр «Я». Погуляем. Посмотрим, на что она на этот раз меня раскрутит. Ну, здесь вот какие-то хоть появились, да, украшательства, ну, да, новогодние. Ну, такие, не скажу прям, что сильно бросается, что это новогоднее. Каких-то гирлянд красивых, огоньков нет. А вот здесь мы нашли кусочек Крыма. Продукция как раз та, что мы видели. Все в магазинах Севастополя. В общем, Маша удалось подвести меня только на блины. Вкусные сибирские блины. Рыбину я разделала. Мы за нее заплатили 3,124 рубля. Вот. Довольно-таки крупная. Речная помельче была, но мы речную не рассматривали. Да. Вот по два кусочка стейк я сделала. Получилось 8 таких приличных кусочков, толстеньких. Это я хочу, чтобы мы на гриле их делали. Вот на этой гриле будем делать. Обзор, кстати, есть. Кто не видел, можете посмотреть. Потом я еще сделала вот такие вот небольшие кусочки. Это для засолочки. Вот здесь вот у меня тоже маленькие кусочки из хвостика. Ну, и хребет, да, от этого. Это я на ушицу. Кухку сварим. Ну, а мясо свинину мы разделали, порезали. И сейчас буду крутить фарш. Так как у нас будет свежий фаршик, мы сегодня сделаем бургеры. В общем, достали мы игрушки, начинаем устанавливать елочку. Вот такая у нас, потом покажем наряженную. Ну что, Белла заинтересовалась, все нужно обнюхать. Оливия тоже тут как тут, до этого спала непонятно где. Машину поставил, идут с гаража, и сейчас с девчонками пойдем гулять. Пришли погулять на наше место с девчонками. Уже, правда, стемнело, темно. Взяли мячик для Белочки, чтобы ее уморить. Вот Влад ей кидает, она носит. Снимаем на iPhone, потому что камера в такой темноте не сможет снимать. Ну вот что получится, вот такие кадры у нас. Дерутся. Блять, погода классная. У нас, наверное, градусов 6 или 7. Прям вообще шикарная погода. И нам тепло, и девчонкам хорошо. Так что немножко погулять пришли. А потом придем домой и покажем вам елочку украсили. Так. Ну, в общем, мы на нашем любимом месте немного побегали. Ну, как немного, очень даже много. Мы так точно устали, а это вообще нифига не... Брали с собой мячик, кидали Белли. Она так набегалась. Но, правда, чтобы ее уморить, это надо, не знаю, часа два, наверное. Она маленько передохнет, снега перекусит. И все, и дальше продолжает. Мы уже сами запыхались. Пойдем домой, сейчас у нас там еще дел много. Она еще просит, смотрите, играть. Да. Все мало тебе. Да, пойдемте домой теперь бургеры делать. На ужин мы приготовили по бургеру. Что там внутри? Там у нас котлетка на гриле пожаренная, помидорка, соленый огурчик, сыр. И потом я чуть-чуть под... Сушила, да? Да, подсушила, под пресс поставила бургеры. Чтобы хрустели, в общем. Да, чтобы тепленькие, хрустящие были. Еще хочу попробовать скумбрию зажарить тоже на гриле. Просто посолила, поперчила ее. Ну, ты довольна вообще вот этой? Да, мне гриль нравится. Вообще мы, согласись, практически каждый день что-нибудь делаем на нем. Ну да, очень удобно. Быстро. Те же котлеты, чем на сковородке, быстрее здесь их приготовить. И бургеры стали часто делать. Прошло сколько примерно? Ну, чуть больше 10 минут. Чуть больше 10 минут прошло. Маша достает. Румяный. Мы, конечно, перестраховщики. Может, она и пораньше чуть-чуть была бы готова. Да, я все-таки думаю, что, может быть, минут 6-7 и достаточно. Но вот смотрю, вроде кусочки прожарены. Выглядит очень красиво. И мясо не сухое. Но оно готовое? Да. Ну вот, получается, 10 минут хватило. Вот видишь, сочное там внутри.
высохла, в принципе, она. Целиком, считай, мы две маленьких. А вы что просите? Только что получили лакомство. Мы им колбаски сейчас давали. Этим все мало. Белла уплетает вообще очень быстро. Если Оливия еще смакует, то Белла 2 секунды и готова. Ну а елка у нас вот такая. Давно мы ее покупали. Ей уже лет 10, наверное. Маша говорит, что последний сезон у нас здесь стоит у нас. Мне она уже не нравится. Это уже пережитки прошлого ну, она века. На кончиках такие вот, видите, подсвечиваются разными огонечками. Вот да, такие. Свет выключу. Вот, ну и плюс гирлянду еще. Так, вот так это все смотрится. Вот такой у нас получился выпуск. Солянка из солянок. Да, много ингредиентов положили. Надеюсь, вам было интересно. Ой, конечно. Ну, если это было интересно, то пальчики вверх. Нам будет очень приятно. А на сегодня прощаемся. Всем пока и до новых встреч. Всем пока-пока.